один пулин на плюс. А сегодня я хочу сделать слайм. Давайте открывать. Что-то неинтересно одной. Позову маму. О, да! Мама, ты чё? Фу, блин, Полина. Что ты хотела? Мама, мне не скучно. Давай устроим слайм челлендж. Ух ты. Давай, мне интересно. Давай. А что, у тебя есть слаймы? Да. Как делать? Угу. Ты так вырядилась? Пошли. Я готова! Простите, мама. Мама, приступим. Становись. Делаем слайм. Да, становись. Итак, сегодня у нас челлендж слайм. Как мы обещали вам, первый раз сделаем слаймы. Да, мам. Да, Поля? Итак, у Полины слаймы игрушечные. Уже готовые, ей только развести их, и они готовые. А мама будет делать самодельные слаймы. У нас есть клей. Мама! И у нас есть тетраборат натрия. Хо-хо-хо! Блестяшки и что-нибудь придумаем мы. Мамочка, мне тоже понадобится клей. Нет, у тебя вот уже готовая, а я буду делать с клея. Что? Да. Что? Вот то. О. Ну что, начнем? Давай, смотри, Поля, у тебя уже готовая. Тебе нужно налить водичку в твою емкость. Вот у нас такой есть емкость. Ты наливаешь водичку. Давай, держи, я тебе налью водичку. Держи. А куда? Ты будешь выливать туда. Наливаем полную, одну. Выливай. Два раза. Выливай, да. Один. И вторую. Выливаешь. Все. Это тебе достаточно для одного лизуна. Поля, какой цвет ты выбираешь, лизуна? Полина будет делать оранжевый лизунчик. Смотри, что мы делаем. Так, сейчас я аккуратненько отрезаю и вставляю тебе сюда. И ты будешь его перемешивать. Ага. Вот так вот. Берись за ручку. И сейчас мы аккуратненько. Не получается вставлять. Давай, крути аккуратно туда, сюда. Эй, Коля. Мамочка, мне что-то непонятно. Может, хватит? Что-то мне тоже непонятно. Давай. Ой-ой-ой, мама, давай. Смотри, ты делаешь туда, сюда, сюда, сюда. Мы перемешиваем аккуратненько. Стой. Вот так вот весь уже высыпаем, перемешиваем. Давай. Это сейчас ты высыпаешь, я перемешиваю. Ну давай. Ой, мама. Так, Полина, ты делаешь свой слайм, или я делаю свой слайм? Мама, слайм. Так, давай, делаем. Быстренько. Ой. Полина делает свой слайм, а я начну делать свой. Оля, ты мешай, не останавливайся. Туда-сюда. Давай, там чуть-чуть сторонку, а я буду делать свой. С какого же мне начать? С ПВА? Или с какого клея? Без силикатного клея. Что же мне делать? Давайте начнем с силикатного. Итак, сейчас я начну. Полина, там мешай. О, мешай. Он там что-то делает с ним? О, он же гуще становится, не трогай пальчиками. Вау, да. Куда? А так. Давай, мешай, колоти. А я открываю. О, у меня будет покруче. Мама, я хочу сделать... Давай, колочай. Выливаю весь клей. Я хочу много большого лизуна. Хочу. Я тоже хочу. О, сейчас мы посмотрим, получится у нас или нет. Так, вылили мы один. Ой, я не знаю, так много получится у нас или нет. Полина, как ты думаешь? Так, я его прямо выкрутила весь. Мама, у меня
Так, добавляем, как там, добавить надо немножко водички. А нет. Не знаю, зачем. Кто знает, зачем вода добавляется, напишите в комментариях. Ой, капельки надо. У меня есть такая колотилочка. Перемешаем. Поля мешает до последнего. О, блин, уже густой, посмотрите. Крутяк, смотри, он уже тянется. Может, он уже не надо его мешать? А надо. Ну-ка, давай, колоти тогда. И я свой колочу. Водички добавила. Не знаю, может, еще надо воды? Я не знаю, сколько воды добавить надо. Две капли. Может, чуть больше воды добавить? Мы будем переборщить. Переборщить не хочу. У нас на всякий случай есть еще один. Если что, еще сделаем один, да? Так. Что же получается? Ничего не получается. Ну, Полина будет блесточки добавлять потом, а я хочу сейчас добавить. Чуть-чуть добавить. Это у нас жидкий тень. Если у нас получится, классно. Ну, ничего не получается у нас с цветом. Может, что-то и получится. Так, добавлю-ка я сюда вот этих вот блесточек. Хочу вот этих блесточек добавить. Ой, мама, он уже хватит ушами стучать. Так. Вау, вот таких блесточек. Мама, выходим уже мешать. Крутяк. Хватит. Ух ты, смотри. Поля, смотри, какие у меня блесточки получаются тут. Мамочка, а что вытереть? А я добавляю 3 табора. Может, тебе помочь? Ой, не знаю, сколько его там надо. Может, помочь? И колотим. Клей. Хоть бы получилось. Полина, как ты думаешь, получится? Я еще чуть-чуть добавлю. Хватит, наверное. На клей ПВА добавишь? С ПВА я сделаю другую. Ой, смотри, густеет. Что-то густеет. Получится у нас или нет? Ой, мама, как мало. Вау. Может, еще надо добавить? Я не знаю. Надо добавлять. Надо хорошо мешать, да? Так, мы мешаем, колотим. Поля, как ты думаешь, получится у нас? Не-а. Как это? Ты хочешь, чтобы мама проиграла? Я думаю. Не надо. Мама. Кто знает хорошие рецепты слаймов, пишите нам в комментариях. Да, Поля? Угу. Может, мы сделаем еще? Может, тебе помочь чем-то? А у тебя что там происходит? Ну, вон, пока ты ждешь? Да, жду. А маме пока не нужно. Мама, тебе помощь нужна? Не нужно, пока не нужно. Я не знаю, еще добавлю. Много же тоже нельзя переборщить. Сейчас проиграю. Нет, я не хочу проиграть. У меня еще один есть клей. Я, если что, еще сделаю. Ой. А как вы думаете, кто победит в этом челлендже? Полина или я? У кого будет самый классный слайм? Пишите. Не знаю, я выливаю мозг. Пока я колочу тут свой лизу, этот слаймик, но что-то у меня еще не получается ничего. Полина уже достает свой. Поля, доставай. Крутяк, у Поли получается, у меня нет, что такое? Классный. Только мы жили классный, Поля. Ай, добавь же эти туда. Блёсочки, сама открывай. Хе-хе-хе-хе. А у меня еще этот, я не знаю. У меня что-то не получается. Классный. Ой, классный. Ой, прикольный. Что тебе дать? Какой тебе этот отрезать блесточки? Какие ты добавишь? Я хочу две. Не, ну одну какую-то добавь. Я хочу разноцветный был. Вот эту и вот эту. Чуть-чуть того. Ой, что-то мне кажется, что у меня ничего не получится, наверное. Получится. Ребята, я слишком, наверное, много клея. Или что, я не понимаю, у меня не получается. Мам, тебе надо добавить вот этого клея. Кусочки какие-то тут, и все. Ну, у меня слайм не получился. Пи-пи-пи-пи. Так, ну что, попробуем сделать склея ПВА. Этот мы отложим. Ну, посмотрите, какие-то кусочки. Вот такие кусочки у меня получились, я не знаю, в чем проблема, что я много, мало. Чего мама, положить? Ты много добавила воды вот этого и клея. Может, я... Как тебе не стыдно, мама?
А может, ты долго... Может, мало воды попало? Я не понимаю. Нет, может, ты долго мешала? Да нет, надо хорошо мешать. А я мешала сколько? Потом ты кусала стоп. Ну, видишь, у тебя как классно получилось. А у меня кусочки. Мама, может, хватит делать? Помоги мне сделать, я прилипла. Я прилипла, мама. В общем, ничего у меня не вышло. Так, в первом раунде победил полный слайм. Нормально, проиграл. Может, я неправильно что-то сделала. Напишите мне, что я делала не так. Мам, я все сейчас... выбираю. Ага, Полина добавляет блесточки. Какие блесточки ты добавляешь? Я все, вот это по одному разу. Ты хочешь все чуть-чуть добавлять? Все, видишь, чуть-чуть этого. Да. Подожди. Давай. Ты хочешь же все? Да, и потом ровно. Где-то давай, вот я добавляю на тебе. Сколько тебе? Ой, они так быстро сыпятся, хватит? Да. Синий. Что, еще синий? И синего? Золотые потом. И золотой? Ой, золотой поменьше там, смотри, какие блесточки. Очень давай красиво. Этого. Чуть-чуть. Так, и золотой. Сколько? О, хватит. И Коля перемешивает свой слаймик. Желтенький, оранжевый. Ой. Давай, мешай. Хоп. Я не хочу себе блесточки делать. Давай. Сейчас оно все прилипнет к нему. Вау, ну давай, что у тебя там получилось? Давай, мешай. Посмотрите, у меня руки. Размешивай его хорошо. Давай, размешивай. У меня в руках вообще. О, у Поли руки блестяшки. А ты можешь дать мне, дай мне помешать? Ну да, я попробую его, какой он у тебя получился. Дай посмотри. Вот так вот. Ой, такой прикольный, смотрите. Блестяшки. А какого цвета твоего очка? Классные. Какого цвета? Он крутой. Во, смотрите. Круто. Ну все, Поля, слаживай его вот в эту коробочку, емкость свою. И делаем... Все. И делаем следующий. Давай, Коля, выбирай цвет. Синий. О, синий? Хорошо. Ой, смотри, очка нормальная. Потом у тебя фиолетовый. Фу, синий. Давай. И берем емкость, набираем водичку. Держи. Так, аккуратненько. Раз, один. Выливай. Только не на вот эту выливай. Мама! Вот сюда выливай. Мама! Вот сюда лей. Давай вторую. И аккуратненько выливай. Выливай. Тихонько. Выливай. Туда же выливай. Ну, а там блесточки валяются. Так. И высыпаем вот этот вот синенький порошочек. Вот так я его делаю. Мы в тот раз немножко неправильно срезали. И оно высыпаться будет само. А ты давай расколачивай его сейчас. Аккуратненько, Коля. Подожди. И поехала туда-сюда. И пока Полина там колотит свой второй слайм, мама будет пробовать делать слайм из ПВХ. Вот так вот. Ну, сейчас попробую сделать поменьше. Может быть, я слишком много этого клея сделала. Нет, мама. И у нас вот столько клея. Мы сделаем вот мама, так вот. Мама, покажи. Хватит, Коля? Ну, так красиво. Нет, еще немножко. Еще чуть-чуть? Да. Вот, все, вот. Так. Добавляем водички. Так, закрутим. Так, добавляем немножко водички. Я не знаю, сколько надо. Хватит! Я еще не налила. Хватит. Коля сказала, хватит. Хорошо перемешаем. С водичкой мы все мешаем, колотим. Поля колотит. Давай, Полина, хорошо. Да не высыпается. Оно высыпается. Оно само высыпется потихонечку, давай. Так, я расколотила с водой. Теперь мы добавим что-то барах. Хватит. Я не знаю, сколько надо. Чуть-чуть там совсем, да, вот так. Хочешь? Ой, смотри, он так быстро что-то делается с ним. Что-то получается. Надо быстрее колотить, наверное. Ой, как творог. Похож мне на творог. А, что-то получится у меня? Или не получится? Поле смешно, а у меня не смешно. Надо хорошо колотить, да? А что-то добавить? Ничего не должно добавляться. Что это за каша? Что это каша варенья?
Не знаю, что это, но что-то получается у меня. Ха-ха-ха. Я думаю, что получится. Добавь еще клея? Нет, уже поздно. Уже поздно добавлять. А Коля крутит, крутит, и я кручу, верчу. Запутать хочу. Так, я взяла уже руками колотить. Но что-то у меня ничего не получается. У меня творог будет. Оно что-то свернулось, да? Может, воды не надо добавлять? Но написано, что добавлять воду надо. А у меня что-то такое... А может, больше воды надо добавлять? Мам, у меня такое что-то ощущение, у меня что-то там грязь попала. Давай-давай, колоти. У меня получается красивее, мама. У тебя красивее, да. А у меня какая-то каша-малаша. А может, надо его как? Что это я? Что у тебя было? Сначала я уже получаю красивее. Потому я красивее делаю лизуны. Ну, у тебя да. А у меня что-то такое интересное. У меня что-то вот, отошло, что а что-то осталось такое. И у меня что-то получилось, а вот типа такого. Что-то у меня получилось. А что похоже? На творог. Мне похоже на творог. А мне на капульки. Или на... В общем, оно у меня тоже не получилось. А у меня получилось. У меня не получилось слайма. Что произошло, я не знаю. Все, надо у Полины стоит слайм, делается. А я могу. А у меня вот такая каша малаша. Я немножко покатаю. А теперь я хочу. Полина достает свой слайм. О, давай тебе помогу, Полина. Немножко. Мне тоже хочется слаймик. Мама, трогай. Кошмар, это как сопли. Мама, ты знаешь, что колонишки кидал на вас. Кошмар! Зачем ты на меня накидала? Может, не надо было доставать? Ой, фу! Эй, что делать с ним? Перемешивайте. На, перемешивай. Мама, что делать? Давай перемешивайте быстро. Ну, давайте мешать. Там, блин, что получилось, а я у себя помешаю. Бе, ну как сопли, что это такое? Кошмар, это... Мама, дай мне лизун, давай. На, мешай его сама. Фу, держи. Бе. А кто своими мне... руками? Иди свои... Как будто паутина оплела мои руки. Ха. А у меня тоже. Вау, у Полины получился второй слайм. Какой он классный. Ты добавляешь туда что-нибудь? Да, у меня добавлено. Вот, блёсточки. А, все, что я... были у нас на столе? Mm-hmm. Ну, немножко, да? А, смотри. Крутой. Здравствуйте. Обалденный. Классный. Он классный. Давай, мама. Как там дела? Вот, смотрите. Гуля. Видно Полину было? Через слаймик. А, давай попробуем. Ой, я носорог. Классный слайм победил. Полин слайм победил. А мамины проиграли. Вот такое вот получилось. Мама, что еще поделать? Давай положим в эту коробочку. Красивенький. Ой, вот у меня крышечка. Вот так вот. И у нас уже, смотри, у тебя один оранжевый и синенький, красивый. Я этот хочу. Ты хочешь этот? Смотри, у нас тут осталось вот с этого, надо его убирать все. И сделаем, давай сделаем. Итак, пока Поля делает свой фиолетовый цвет, мама решила еще раз попробовать сделать. И что-то у мамы такое получилось. Не знаю, колочу его, колочу, но, наверное, ничего я не наколочу. Все равно сейчас пожмакаем его, попробуем. Да не тоже попробуем. Вот такой. Что-то такое получается, ничего не получается. Мам, тебе надо блесточки, мама, ты что, не понимаешь, что мне надо блесточки? Так, а Поля сделала, да? Поля, покажи свой слаймик.
Я покажу. Еще один слаймик покажи. О, какой он красивый. А у меня получился вот такой вот. Что-то такое, вот я не знаю. Мам, давай ты поплёшь. Не получается у меня сделать слайм. Вот, как-то не получается. Давай добавим, да, цвет, может, тогда. Если бы он получился, можно было бы добавить. Давай не будем добавлять никаких блесточек, потому что здесь оно ничего нету. Вот видишь, какое оно? Фе-фе-фе, какое оно? Никакое! Что же это такое? Опыт у нас не получился. Но твои классные слаймы. Пуля, так много не нужно блесточек, это ужас. Что у тебя за слайм получится? Ты не ужас, я просто его смешаю, но у меня в руки появляется. Ничего себе, сколько там блесток у тебя, вот это да. Так, я сейчас убираю вот это вот все, что у меня не получилось, а бардак. И что у нас получилось? У Поли получились три слайма, а у мамы ни одного. Это означает, что Поля выиграла челлендж. Да, ставьте маме лайки. Мама, не плачь, на тебе один слайм. На тебе второй слайм. Ты мне даришь слаймик? Да. Спасибо, я буду играться с тобой. Оранжевый. Смотри, как красиво. Я тебе оранжевое, да? Смотрите, как классно. Мам, я тебе оранжевое даю. Красота какая. А это твой будет? Ты мне один даешь? Если хочешь, я тебе буду синий. Держи синий слайм. А я возьму оранжевый. Вау, классно. Ставьте лайки. Вот такие. Подписывайтесь, давай, канал Паулина Плюс. И обязательно нажимайте на колокольчик. Смотрите, какие слаймы у нас классные. Всем пока. Пынь. Вот этот самый такой у Поли получился обалденный. Я же говорила, надо больше блесток добавлять.